Друзья, привет! Сегодня я сделал еще одну подборку крутых товаров с AliExpress. Ставьте лайк, если вам нравятся такие подборки. Это будет мотивировать меня делать их еще и еще. Вам обязательно понравится. Поехали! Для тех, кто любит смотреть фильмы с телефона, но колонок для этого под рукой нет, я нашел вот такую крутую вещь, которая усиливает громкость динамиков. На выбор имеется очень много цветов. Надоело постоянно покупать новые батарейки взамен севших? Я нашел способ забыть об этом навсегда. Это батарейка, которую можно заряжать от USB, и при этом она будет работать даже лучше, чем Duracell. Если вы любите сидеть ночью за компьютером, то эта вещь вам просто необходима. Это флуоресцентные наклейки на клавиатуру. С ними вам не нужно покупать дорогостоящую клавиатуру с подсвечивающимися клавишами. Нашел вот такую необычную вещь – миньон-держатель зубных щеток, а также дозатор зубной пасты. Работает он полностью автоматически. Стены для него не нужно сверлить, так как в комплекте имеется специальное крепление в виде липучки. Берите, не задумываясь, особенно если у вас есть детишки. Они будут просто в восторге от такой вещицы. С этим пультом тебе будет под силу управление любым телевизором. Он очень маленький, его можно даже прицепить как брелок на связку ключей. С ним легко можно переключать телевизор в кафе, отелях, тренажерных залах и на вокзалах. Также с его помощью можно разыграть продавцов магазинов электроники, а стоит он немного больше доллара. Будильник, который убегает от хозяина. Он сделает ваше утро немного веселее, так как способен без проблем спрыгнуть с высоты до 90 см и ездить по полу комнаты, издавая душераздирающий звук. Не проснуться от такого просто невозможно. После пробуждения вам нужно будет догнать и отключить его, в противном случае он разбудит даже ваших соседей. Дворник для зеркала. Это приспособление с креплением в виде присоски, которое позволяет очистить зеркало, когда оно запотевает. Достаточно провести щеткой дворника из стороны в сторону, и ваше зеркало снова будет чистым. Идеально подходит для ванной комнаты. Легко крепится к зеркалу при помощи присоски и позволяет очистить зеркала без дополнительных тряпок. Занимает очень мало места, а плоская конструкция не мешает обзору. А это просто незаменимая вещь, если вы хотите поделиться музыкой с другом или посмотреть вдвоем фильм на одном устройстве. Места такой переходник много не займет, поэтому без труда можно всегда носить его с собой. Подходит под все известные телефоны и планшеты. Головы настоящих животных на стене по вкусу не каждому, а вот подобная вещица вызывает интерес и улыбки у всех. Может служить элементом декора и легко украсить любое помещение. Приходит в виде конструктора, на сбор которого вы потратите не более 15 минут. Доступны головы в различных цветах и исполнениях. Можно выбирать из различных животных – лоси, олени, бараны, лошади, быки и даже коалы. А это классный подлокотник для тех, кто проводит много времени за компьютером. Наверняка вы частенько испытываете дискомфорт от того, что ваша рука свисает со стола, когда вы держите мышку. С подлокотником вы забудете об этой проблеме. Достаточно прикрутить его к столу, и ваши руки будут в комфорте. Ребят, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно напишите в комментариях, что именно понравилось вам больше всего. Ссылки на все товары вы можете найти в описании под видео. А сэкономить на покупках вам поможет кэшбэк-сервис, ссылку на который я также приложил. Подпишитесь на канал, и тогда вы не пропустите мои новые подборочки. Увидимся!